Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Dooji S40 можно сбросить настройки приложений. Заходим в настройки, приложение уведомления, нажимаем показать все приложения, нажимаем дополнительно сбросить настройки приложений. Подтверждаем. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!